Огромный привет, друзья! Вы на канале Юрий и Лариса Ивановы. И сегодня с вами я, Лариса, и внук Алекс. Он захотел готовить сегодня с нами ужин. Алекс, скажи привет, девочки. Привет, девочки. Вот, теперь сегодня мы готовим очень-очень простое блюдо. Это наша всеми любимая картошка. Это все очень-очень просто. Для начала я взяла, вымыла тщательно картошку, протерла ее. Как видите, я ее не очищала. Приготовила оливковое масло, мне нужно будет перец и соль. А это уже будет следующий этап. Это у меня будет сливочное масло, чеснок сушеный, молотый укроп сушеный, паприка, пармезан. Приступаем к готовке. В принципе, картошку, донышко ее можно не обрезать, но... Если вы хотите, чтобы она у вас хорошо стояла на листике, можно вот так вот срезать кусочек. И мы должны ее будем очень тоненько порезать. И не разрезать до конца. Вот нужно вот таким образом между какими-нибудь лопаточками или шпажками ее почикать. Посмотри, он нож принес. Ах, Алекс принес нож. Показывает нам, что он тоже резать будет. Сейчас, Алекс, подожди, баба порежет, потом ты, окей? Держи, Алекс. Надо же ему досточку дать. Подожди, мы тебе досточку сейчас дадим. Насыпаем перчик и насыпаем соль. И теперь эту картошечку промазываем. Можно ее, кстати, было вначале промазать руками. Всю протереть. Я прям уж очень ее нежненько. Я вот застелила пергаментом листочек. О, Алекс, хорошо режешь. Получается молодец. У тебя молодец. Красиво получается. Сейчас. Так, я бы использовала бы шпажки для суши, для вот этой нарезки. Было бы очень аккуратно, а то видишь у нас... Ага. Да, Алекс, молодец, все Ой, изрезал. Молодец, Алекс, ты только Вот какой ты помощник. Ты вот так вот положи, сейчас баба тебе еще даст, вот, пожалуйста, режь. Мы тебе сготовим эту картошку. Это будет вкусно. Мы очистки сготовим, сами картошку поедим. Ой, не могу. Давай, порезай сначала надо. У нас сегодня прошел замечательный день. Мы бантики сделали на елочку. На елочку, да. Повешали. Надо еще на веточку нам бантики сделать. Сейчас дочь предложила, говорит, мам, давай что-нибудь приготовим на видео. А мама тут стоит, бантики делает. А это дочь говорит, мама, ты собираешься готовить ужин или не собираешься? Ну, я на тебя все свалила. Вау, сколько картошки у тебя, Алекс. А ты с чем будешь готовить, Алекс, картошку? Ты будешь ее солить? Перец будешь насыпать? Будешь это делать? Угу. Алекс, не издевайся над картошкой, режь тогда, пожалуйста, вот так. Вот так и приучаются готовки. Ну да. Мальчишки и девчонки. Ну, нет, я с тобой никогда не готовила, с тобой готовил Андрей. Он лучше, чем я готовил. Я не знаю, как сейчас он готовит, но... Ну, он готовит. 18 лет он готовил лучше, чем я в 18 лет. Гречку мог вкусно пожарить с курицей. Так, и теперь мы 5 картошек сделали, нам хватит. Ну да, наверное, хватит. Зачем нам больше? Что ты с ней делаешь? Ну ты как-то некрасиво положила. Ну хорошо. Так, сейчас мы ее смажем, картошечку. Какая вкусненькая картошка. А мы сейчас его очистки тоже сделаем. Конечно, он же будет. Что это он сделал-то?
Ну, они гораздо быстрее приготовятся, надо будет их не забыть достать. Вот, кстати, для такого вот, для такой картошки вот помазать, можно кисточку поменьше брать. Ну все, помазали. Давай, клади сюда. Картошку клади. Клади. Клади картошку. Вот умница, давай. Так просто клади вот так. Давай, клади так, сюда раскладывай. Знаете, он бабушку слушается на русском, вот, а с ней на русском давай, пытается клади разговаривать. Дальше. Все клади. Как только я с ним начинаю разговаривать, у него отключается мозг клади на русском вот языке. Вот умница. Ой, какой молодец. Давай, красиво разложим. Будут у нас чипсы картофельные, да? И ты их будешь кушать, да? И мы будем кушать. Ты нас угостишь? Да? Угу. Ой, так. Алиса, так вкусно сейчас приготовишь нам. Теперь ты помажешь он это как... все. Давай, баба тебе поможет. Аккуратно только, аккуратно, аккуратно. Давай, раз, помазать надо. Маш сам. Намазывай картошечку. Молодец какой, ну, вот видишь, вау. Как у тебя все получается. Сюда макни, макни сюда. Вот видишь, давай, и дальше. И давай дальше. Ой, ты какой умница, и здесь помажь. Молодец, молодец, и здесь помажь все. Давай, картофельные чипсы. Иногда надо и с ребятишками готовить, видишь? Да, им нравится. Он сам пришел сегодня. Ну. Я его не заставляю. Хотя обычно мультики смотреть прям так рвался, а потом говорит, нет, я буду с вами готовить. Вот умница какой, Алекс. Все, молодец. Теперь всё, мы будем ставить в духовку. Давай, Бабе. Мы в духовку будем ставить, Бабе, окей? Бабе, давай. Баба сюда еще поможет? Ну, что выбрасывать такое добро жирное? Жирок-то любим. Так, все. Ставим в духовку. Так, кстати, скажу вам. В духовку ставим... Смотрите по своей духовке. Мы поставим сейчас это на 20 минут. Да. У меня вот такая пачечка здесь. Мне очень в Америке нравится. Здесь вот 8 ложек. Да. Мы положим 4. У нас 5 картошек. Так-ка нам хватит. Так, и я хочу это немножечко подогреть, потому что будет тогда гораздо лучше. На 20 секунд сначала ставь. А я всегда на 10 ставлю, ой, потом да еще это на мало. 10. Мало, это сразу на 20 надо ставить. Упс. Такая неудобная. И старт. Вот какой сильный, потому что кушаешь хорошо, да? Ты молодец. Обними бабу. Бабу обними. О, умница. Любовь, морковь. А когда я приехала, он не хотел обниматься, помнишь? Да я не ну, помню так, такого. Ну так, обнимется по-быстрому, а сейчас подолгу может. По несколько ну, раз привыкает. Конечно, он же был непривычный. Давай. Мы тут с Алексом, пока у нас готовится картошка, решили приготовить салатик. Остановись, все. Мы взяли шпинат. Огурец, помидор. Это все мы перемешали. Добавили соль, перец. Алекс непосредственно участвовал. Тут перца понасыпал. Вот. И смотрите, какой у нас вкуснотища. Какая у нас вкуснотища получится. Сейчас мы можем еще сюда добавить зернышек. Смотрите, у нас Алекс посыпает зернышками это все. Давай, сыпай. Сыпай. Мы уже попробовали. Зернышки вкусные очень. Ой, как он старается. Я говорю, надо зернышки посыпать. Он уже кричит, ми-ми-ми-ми. Говори, я. Я. Сыпай-сыпай. Хорошо сыпай. Да, не стесняйся, Алекс, мы это скушаем. Вот так надо посыпать. О! Вау! Вау, как вкусно будет, да, нам? Ну все, последний, окей? Давай, все, молодец. Молодец. Сегодня у нас вкусный ужин будет. Начинаем. Это все, что вашей душе угодно, сюда можно насыпать. Немножечко соли. Какие вам специи больше всего нравятся, те и добавляйте. Без рекомендаций. И в таком количестве, в котором вам нравится. Оператор ставит свои 5 копеек. Я хочу сказать, что я какие только специи не перепробовала. Всякий розмарин, итальянские там приправы. Ну, я покупала себе специи там. Но самое лучшее это простой укроп. Соль, перец. Соль, перец, чеснок. Сушеный. Да, лучше на свете ничего этого нет. То, что, все то, что растет в огороде. Что-то я готовила к нам тут. Зашел друг зятя. Говорит, как же у вас вкусно пахнет чесноком. Я мясо, что ли, готовила?
Говорит, у меня в семье не готовят сейчас с чесноком. И я, говорит, поэтому очень скучаю. А, говорит, в моей семье в детстве это готовили. Ну, у них трое сыновей, и они не... Ну, представь, трое пацанов, которые привереды. Да уж, не говори. Ни лук, ни чеснок не любят. Ну вот все, я размешала, пусть стоит, пока у меня там картошка еще готовится. А потом еще пармезанчика добавлю. Окей. Сейчас засыпаем сюда пармезанчика. Хотела сухой пармезанчик, что-то не нашла. Пришлось так, таким. И желательно бы здесь промазать. Это бы было вообще обалдеть, как вкусно. Ну все, ребята, наша волшебная, чудесная картошечка готова. Весь дом пахнет. Да, здесь такой запах. Мы хотели посмотреть фильм, но запах нас привел на кухню, что уже все готово. Мы приготовили курочку, мякоть. Покажи, доченька. Давай. И сейчас будем кушать картошечку. Так, кладем на тарелочку. Взять надо. Руками бери. Горячая сильно. Вот такая вот чудесненькая картошечка. А мы, ребята, сели ужинать. Не поверите. Правда, слюна течет. Очень вкусно пахнет. Прям обалдеть, как вкусно. Да. Ну, сами понимаете, чесночком да маслицем. На картошку прям будет, не курица. Салатик, картошечка. Вот, смотрите, какая картошечка. Вся... Такая беленькая, аккуратненькая. Давай. Очень вкусно.